Всем здорова, друзья, с вами Спикер и Альф-Патруль снова в деле. Сегодня вместе с полицейским патрулем будем уничтожать базу террористов, которая разместилась прямо на горе. Ох май гад, там будет сегодня жарко. Войнушка будет сегодня эпичная и, конечно, много трупов будет среди наших и, конечно же, террористов. Есть РПГ, ребята, с пулеметом, снайперские винтовки вижу. Даже есть крупнокалиберный, походу, М60. Есть турелька даже. И вот у нас главный террорист, который должен взять его живьем, одеть наручники и отправить его в тюрьму. А это, походу, М60. Кстати, есть бочки, которые взрываются. Это, в принципе, хорошая будет позиция, если что, отстреливаться. Итак, вместе Альфа-патруль и полицейский патруль готов в спецзадание и готов уничтожить эту базу. Ребята, давайте за мной. Денек будет сегодня жаркий и, конечно же, эта война будет за нами. Вызываем побольше патрулей. Полицейский патруль приезжает и начнется штурм. Ребята, подходим поближе, давайте за мной. Главное, прикрывайте бро друг друга и уходите в укрытие, потому что заварушка будет довольно жаркой. Вызываем полицейский патруль, ребят, приезжает и мы начинаем. После моего выстрела начнется штурм. Также, ребята, готовьтесь к жесткой перестрелке. Будут потери. Это обязательно. Хорошо, вижу, есть ребята с РПГ прямо наверху. Приехали полицейские патруль и готов к перестрелке. Заварушка скоро начнется. Прям по моему сигналу, ребята, начинается штурм. Итак, готовьтесь. Ух ты, да, прям между глаз. И штурм начинается. Все вперед, все в бой. И, конечно же, прикрывайте друг друга. РПГ полетел прямо в меня. Обалдеть. Так, нормально, мы в укрытии. Мы в укрытии, ребята, давайте в укрытие. Жесть, они прыгают вниз даже. Нереально под кайфом и готовы нас надрать задницу. О, чувак, ты живой-то? Вставай, бро. Обалдеть, нас прессуют, нас слишком прессуют. В укрытие. Слева, справа нас просто пытается обойти. Нужно вызывать, походу, сват уже. Вызываем сват, ребят, пожестче. Жестко, здесь слишком жестко. Здесь слишком жестко, много РПГ. Майга, РПГ возле меня. Ребята уже лежат. Где мои напарники? Где мои бро? Черт возьми, их слишком много. Я не ждал такого сопротивления, что стоим пока на месте и отстреливаемся эту волну. Полицейский патруль тоже? Пожалуйста, приедьте. Так, вижу справа. О, бро, встает прямо из кустов. Он словно Рэмбо. Нет, его сразу положили. Так, ты живой? Чувак, ты живой? Вставай, перестреливайся. Ко мне подходит уже просто вплотную. Так, нормально. Так, справа полицейский пытается обойти, а в укрытии все в порядке, их слишком много. Человек 20 точно есть. Полицейский патруль на подходе. Сейчас нужно как-то понять уже, где мои, где противник. Так, спокойно, спокойно, бро. Руки в гору, сдавайся уже. Спокойно, я даже могу ударить его. Ходи маленько назад и давай же гаси его. Руки в гору давай. Так, нормально, он сдается. Он сдается, есть бронежилет, его не прострелить. Нужно гасить остальных. Слишком много, ребята, где же вы? Не нужно прикрытие. Они реально под кайфом, просто бежит и перестреливается. Жесть. Что происходит? Это реально война уже. Нужно РПГшку прямо вон туда. Там их трое сразу, четверо. Держи РПГшку. Против РПГ нет приема. Это будет больно. Я это чувствую. О, нормально, бро, живой, все в порядке, отстреливается. Жесть, что происходит? Просто земля сотрясается. Он бежит, еще отстреливается. Нереально сегодня под кайфом, под наркотой. Это смертники словно. Так, готов, чувак. Да, вижу, походу, с РПГ. Чувак, с РПГ, нужно вынести его. Так, он промахнулся, я тоже промахнулся. Так, вижу, с правой стороны. Справа гасим его. Ребята, прикрывайте, он реально горит и орет. Жесть, сколько боли, сколько страдания, майга. Это война. Ребята, прикрываем, нужно идти вперед. Походу, уже волну мы удержали и нужно идти вперед. Так, бро, вынеси его. Так, готов? Он готов, прям позади. Мы уже просто в тылу. В тылу врага и мне прессует, вижу, с РПГ. Чувака нужно снимать в первую очередь. Где он? Зашкирился. Не тут-то было. Бро, прикрой меня справа, не нужно идти налево. Еще со спины, что ли? Их слишком много. Чувак, руки в гору, руки в гору. Так, походу, не буду сдаваться. Нужно дать его живьем. Возьмем живьем, одеем наручники и отправим в тюрьму. Да, нормально, руки в гору. Ребята, займут за тобой, я пойду наверх. Так, есть еще на крыше. На крыше дома моего засели трое. Сейчас будем выносить. Ребята, прикрывайте меня. Я пойду вперед. Так, можно пойти на слева стороны и попробовать. Так, мои все, бро, нормально. Ребята просто жестко досталось. Но они еще живы и перестреливаются. Это реально круто. Так, чувак, готов.
Так, вижу, есть бочки, есть, конечно, тачки с пулеметом, нужно их выносить в первую очередь. И я, наверное, пойду на слева. Вызываем побольше патруля, потому что слишком много наших полегло. У террора есть РПГ, конечно, против нас. Чувак засел. Сейчас против РПГшки не будет шанса. Чувствую, слышу, как его кость ломается прямо отсюда. Так, трое засели наверху, нужно как-то их вынести. Они слишком далеко, можно маленько обойти. Так, бежит, бежит. Вижу с левой стороны, сейчас присанем. Какой живучий. Походу есть бронежилет, его сложно, конечно, вынести. Ребята, пойдем налево, там есть еще слева. Полицейский патруль приехал. Приехал новое свежее мясо и, конечно, сразу в перестрелку. Так, спокойно, сейчас против РПГшки нет приема. Живой, не живой, даже не вижу, где он. Прессуем, прессуем, бонусы, все его гасим. Бронежилет, конечно, жестко, руки в боку. Все нормально. Нет, все-таки его положили. Нужно снимать чуваков прямо на доме. Одного снял, РПГ, ребята, в сторону. Нормально, мимо. Так, третий остался живой. Добиваем его. Добиваем, ребята, здесь слишком много огня. Сколько трупов, обалдеть. Так, кто позади, что ли? Кто-то позади, я не вижу никого. Где-то кто-то прессует. Этот, не этот, нет, другой, что ли? Нет, походу не того. Это война, ребята. В этой войне победим мы. Чувак горит. Так, третьего вынесли. Что происходит? Здесь реально сегодня война происходит. Чуваки горят, кричат. Нужно подниматься, конечно, в горку. И завоевывать эту вершину. Всю террор нужно, конечно, сегодня уничтожить. Так, походу, спускается еще новая волна. Ребята, подъезжает новый полицейский патруль, пожалуйста, на место. Так, патрулем. Пока что обойдемся без свата. Ох, розовая ламборгини. Как же обожаю розовый цвет. Держи РПГшку. Чувак, что с тобой? Так, он падает, все в порядке с ним. Встанет, надеюсь. И спускается, походу, новая волна. Прям на тачках приехали. Это, походу, им подмога. Ох ты, да, там жарко. Ребята, держим позицию. Их слишком много еще. Слишком мало нас. Нужно там больше патруля. Сват обязательно нужен. Держи РПГшку прям между тачкой. Сейчас будет бабах. Ух ты, да, троих там точно вынес. В этой войне победим мы. Только мы, ребята. Гасим, гасим всех. Волна спускается к нам прям. Стоим пока что на месте. Подъедет подкрепление и будем подниматься в горку. Но пока что невозможно это, потому что их слишком много. Так, приехала подмога, вижу, с правой стороны. Мне нужен, походу, слаб. Уже слишком много. И довольно серьезные ребята. Возьмем пулемет. И пулеметом, конечно, накроем их. Обалдеть. Так, с правой стороны меня прикроют, я слева прикроюсь пулеметом, реально крутой пулемет, и сейчас всех положу. Их там фишка много, нужно РПГшки, чувак, иди в сторону, бро, в сторону! Его положили, походу. Вставай, давай, веди огонь, до последнего. Так, с левой стороны есть парочку. Чувак, что происходит с тобой? Все в порядке, походу, просто в панике. Реально в панике, кто-то горит, держи РПГ, сразу тебя добьем, хотя пускай догорел бы. Так, слева чисто, добить нужно. Его нужно добить обязательно. Так, еще волна спускается. Кто слева? С правой стороны есть. Новое свежее мясо подъехало. Ребята, сразу в перестрелку. Так, нужно еще раз сват. Нам нужно еще сват, потому что довольно серьезные ребята. Надеюсь, не будет больше с РПГшки. РПГ больше не вижу, да вижу с автоматами, пулеметами. Нужно подниматься в горку, но пока слишком их много. Нужно парочку гренок кинуть и пойти уже в горку. Сейчас будет взрыв и пойдем вперед. Пойдем вперед, ни шагу назад, ребята. Ух, сегодня будет жарко. Сегодня кто-то победит точно уж. Да, чувак, это больно. Пару пуль он сразу получил. Бро, уйди в укрытие. Уйди в укрытие, что стоишь на месте. Так, нормально ушел в укрытие. Я тебя прикрою. Чувака, мы выкурились, все в порядке. Так, на крыше больше никого не вижу. Подмоги больше нету. Ох, сколько полицейского патруля приехало. Сейчас будет разборка в полном разгаре. Волну мы устояли, и нужно идти вперед, подниматься в горку, найти главного и его взять живьем. Главное взять его живьем. Так, вы живучи. Нормально полег. Так, осталось всего лишь парочкой. Ребята, нужно идти вперед. Мы слишком долго стоим на месте, потому что нас слишком прессовали. Но сейчас, походу, нас гораздо больше. Так, осталось еще парочку, и нужно идти. Ну-ка, ребята, давайте за мной. Вперед, вперед, и только вперед. Обалдеть, сколько здесь трупов-то. Так, тачку мы уничтожим, чтоб не взяли пулемет. И сейчас будем подниматься.
Давай же, бро, прикрою тебя. Иди вперед. Не хочешь идти вперед? Хорошо, я пойду вперед, а есть еще не чувак, и будем подниматься наверх. Жесть, сегодня будет жаркий денек. Так, все пошли вперед. Я тоже пошел прям следом за ними. Ребята, давайте за мной поднимаемся. Тут есть даже и местный шериф. И мы, друзья, уже на горе. Обалдеть. Мы взяли эту гору. Да, это, конечно, была жесткая перестрелка. Тут меня прессует. Я с правой стороны, что ли? С правой, с правой. Прям за домом, что ли? Бро, давай ко мне, прикрою тебя. Ты прикроешь меня и возьмем эту гору. Будем удерживать эту позицию, пока что не подъехала наша подмога. Сколько здесь тачек? Есть турелька. Кто-то прессует. И подмога. Нет, сзади есть дом еще. Сзади дом, походу, выходит из дома. Бро, тебя положили, вставай давай, веди огонь. Так, я не вижу, ну слишком далеко, нужна подмога. Прямо на вершину нужна подмога, пускай приедет. И будем удерживать эту позицию, найдем главного, его возьмем живьем. Черт, черт, погоди, нужно предзарядку найти, хорошее укрытие. Там есть еще парочка, нужно их выкуривать. Выкуриваем оттуда их. Ух ты да, ребята, это больно, это точно знаю. Так, кусок мяса упал и горит уже. Так, нужно его добить еще. Так, есть с правой стороны. Ну-ка, бро, уйди в укрытие. Еще справа есть. Тебя прикроем. Прикроем меня слева, я тебя справа прикроем. Чувака положили. Все нормально. Вставай давай уже. Веди огонь, уйди в укрытие. Так, он готов. Так, с правой стороны тоже идут. Где моя подмога, черт возьми? Нужен свар прям на гору. Уже двоих положили. Ребята, вставайте же, видите огонь. Черт возьми, нас слишком сильно прессуют. Прямо из дома выходит. Их тут слишком много. Мне нужна подмога, я даже не понимаю, где сват, где патруль. Обалдеть. Так, справа еще есть. Трое, четверо. Каким-то гренку будем выкуривать их. Уйди в укрытие, бро. Патруля тоже положили. Сейчас нужно взять пулеметики и пулеметом уже накрыть их. Побольше свинца туда. Уйди сам. Какого черта, чувак, лезешь прямо на обзор? Так, а тут нужен патруль. Мне нужен патруль прямо на гору. Ох, детка, жестко где-то осталось, прям пулеметом похари. Держи РПГшку. Походу долетел. Чувак, все в порядке, походу в панике. Поднимает руки в гору. Один готов, второй тоже готов. Как хорошо это скирил. Так, справа чисто. У меня справа есть еще. Чувак, выноси его, выноси, прикрой меня. Да, прикрой меня слева, я справа прикрою. Его опять положили. Вставай, веди огонь. Держи РПГшку, я чувствую, это будет больно для тебя. Ох ты да, кусок мяса словно перевернулся и сейчас загорится еще. Еще одну РПГшку. Нет, нет, погоди. Так, ее вынесли. Прям позади дома выходит еще. Бро, уйди! Чувак, я снова досталась, какой ты живучий-то. Так, мне нужен сват на гору. Нужна подмога, подмоги нет, как всегда. Что происходит-то? Так, нужно выкурить. Прямо возле тачки есть, конечно, пехота. Нужно, конечно, выносить ее. Держи, гренку. Давай же, взорвись. Взорвись уже, сдохни. Бро, все в порядке? О, отходи! Как он отлетел! Обалдеть, бро, все в порядке? Вставай, давай, веди огонь. Нет, походу, копыт откинул. Нет, нормально, все в порядке, кто прессует его. Детка, тебе не повезло сегодня. Так, все готово. Возле тачки нужно тачку загасить уже. Там есть турелька, там есть пулемет, нужно его носить. Ребята, прикройте. Кинем туда гренку, и тачки сейчас не будет. Готово, осталось походу парочку террористов, и нужно добивать их уже. Куда, чувак, встаешь? Прям в харю, между глаз. Так, взрываем дробовичок и будем добивать уже раненых. Да, вот это пожестче. Главное пожестче, и походу полицейский патруль приехал. Словно боевик, и он приехал уже в конце. И что, ребята, перестрелка что ли? Удерживаем эту позицию, походу приехала новая волна террористов. Удерживаем волну. Обалдеть, их тут слишком много. Приехали снова на тачках, розовом Ламборгини. И довольно хороший прицельный огонь. Ведется снайперской винтовки. Удобно очень, конечно, они засели прямо на горе. Здесь словно видно все как на ладони. Ух ты, держи свинца. Мне не жалко, держи РПГшку прям к тачке. Там слишком много террора. Ох май гад, вот это зрелище. В этой войне победим только мы, ребята.
Это наша война. Ох, жесть, их там слишком много, нужно найти главного и попробовать его арестовать живьем. Ребята, прикрой меня слева, я тебя справа прикрою. Так, вызываем сват, возьмем в кольцо террора и будем гасить по полной. Чубуров, вставай, давай, веди огонь. Можно, по идее, взять за пулемет, но, походу, все тачки уже уничтожены. Тут, походу, с пулеметом. Я чувствую М60, прямо возле правого уха моего. Кто-то реально прессует жестко. Так, не слишком много, нужен кеннегренку, они хорошо зашкирились. Так, прямо издалека, меня гасят. Держи гренку, сейчас будем выкуривать тебя. И тебя тоже выкурим. Сейчас выкурим. Один готов взрыв, второй тоже готов. Он контуженный, и нужно его добить пока что. Он контуженный, прямо между глаз. Ох да, реки крови, это точно. Прицельный огонь прям по головам. И трех я точно снес. О, полицейский патруль приехал. Это нормально. Берем в кольцо. Берем их в кольцо и, конечно, гасим по полной. Так, нужно найти главного. Так, ты главный. Нет, походу, не ты главный. Мне нужно найти главного. Ты главный. Очень похож на описание, но, походу, не ты. Межглаз получил. О, вот он главный наш. Это, походу, вожак, и нужно брать его живьем. Ребята, его нужно живьем брать. Приехал полицейский патруль, и сейчас берем в кольцо. Реально в кольцо берем и все гасим. Детка, тебе досталось. Как же ее отлетел. Держи РПГшку. Там сразу троих вынесли. Это война уже. Это реально война. И, конечно, много потерь есть среди наших. И, конечно, полностью террор истребим. Ребята, гасим последний. Последний гасим, берем главного. И, конечно, мы должны победить. Бро, вставай, он упал в кусты. Не встает. Встает Рэмбо наш. Так, прям возле тачки. Возле тачки прессуем, прикроем наших. И, походу, последние остались. Последние уже раненые. Добивай, добивай. Они уже в панике. Они уже бегут с поля битвы. Обалдеть, мы все-таки побеждаем. Ребята, сзади, сзади, бро, развернись. Ох да, детка, жестко досталось тебе. Как она разбилась-то. Полицейский патруль ведет огонь там, мне нужно взять главного, обязательно надеть на него наручники и отправить его в тюрьму. Кто сзади прессует, никого не вижу. Ребята разберутся, мне нужно пойти вперед уже. Бро, прикрой меня, я пойду вперед уже. Добиваем последних, последних добиваем. Так, этот готов тоже. Реально уже в панике, и уже последние остаются. Нужно взять его живьем. Сейчас подойдем и возьмем. Так, дробовичок, чтобы добивать раненых, очень удобно. Да, это главное, нужно его взять живьем. Никакого убийства, только живьем. Давай же вперед. Ребята, прикрывайте меня, я пошел вперед. Да, походу всех убили уже. Все готовы, но слышь, какие-то есть крики женские. Так, это он. Детка готова, разваляется, и мне нужно пошел свет. Ребята, прикрывайте, бро, я уже почти взял его. Так, руки в гору. Руки в горку, он будет мой, конечно же. Одеваем наручники. Так, бросай оружие. Бросай оружие и одеваем наручники. Обалдеть, мы все-таки его взяли. Жесть. Ребята, все в порядке, я одеваю наручники. Это реально была война, и мы в этой войне победили. Ох, жесть, как ему досталось. Как нам досталось очень сильно. И, конечно, мы же все-таки победили. Это был Альфа-патруль и полицейский патруль. Давайте же посмотрим, насколько была жесткая битва, насколько было много потерь. Здесь все его словно выгорело. Мясо, кровь и, конечно, много свинца. Обалдеть. Чувака просто расстреляли пух и прах. Это реально расчлененка словно. Ребята, вы сегодня были найс. И, конечно же, большой респект. Ребята словно отдыхают, стоят. Это была жесткая битва. Ох ты да. Сколько потерь среди наших, среди, конечно, террора полностью. Возможно, некоторые убежали, некоторые нет. Но мы все-таки это победили. Террору не будет в Лос-Сантосе, потому что Альфа-патруль на страже. Сколько крови-то. Даже есть женские террористы. Так, пойдем со мной наверх. Будем стоять уже наверху и ждать эвакуации на вертолете. И, конечно же, отвезем тебя в тюрьму. Да, вижу, среди наших тоже очень много полегло. Конечно, им будет вечная память. Ну что, ребята, мы уже увидимся в других сериях Альф-патруля. Спасибо, что смотрели, и увидимся. До новых встреч. Всем удачи и пока.